Варгееве представили проект обновленной системы общественного транспорта. Руководители муниципальных предприятий и другие должностные лица смогли ознакомиться с планами мэрии по полной замене городского автопарка. Вопросы безопасности принципиальны для руководства города, считает мэр Аргеева Илон Шор. Именно они и легли в основу цели поиска оптимального вида новых автобусов и микроавтобусов для перевозки горожан. Одним из наших приоритетов после выборов был именно городской транспорт. Мы изучили детально эту проблему и увидели, что мало того, что она не соответствует безопасности, что является основополагающим в этом вопросе, как мы и обещали, транспорт для горожан города Аргеева будет бесплатный. Мы выбрали форму, на наш взгляд, максимально, скажем так, нейтральную. То есть две поездки в день у каждого горожанина города Аргеева будут бесплатные. Современный просторный салон, количество мест посадочных 25, вместимость автобуса 72 пассажира. Планируется, что новые автобусы выйдут на городские маршруты в апреле 2016 года.